вообще в самом персонаже моем, там вот там Иосиф Леонидович, он это формулировал такими словами. Он говорил, она нарывается. И очень было интересно наблюдать, потому что я начинала это играть 10 лет назад, и мы были совсем вот студентами, совсем молодыми людьми, и с нами репетировали, ну, просто мэтры, нашими партнерами были Глузский, там, Татьяна Васильева, и кто мы были рядом с ними, и что означало для нас тогда нарываться. Это был почти такой подвиг. Дерзить. Это означало дерзить. И не слушаться, потому что они же все время советовали. И был такой эпизод, когда все смотрят спектакль, и мой персонаж, Маша, она тоже смотрит спектакль, и я там громче всех смеялась. Я смеялась, просто, ну, раздражая всех. И ко мне каждый раз подходил Глузский и говорил, это кто вас так научил? Это вы зачем делаете? Это что такое вообще? Подходил, тактично подходил Георгий Мартиросян и говорил, Оля, вы не понимаете, Маша, она не может так себя вести. Она очень любит трепливо. Я понимала, что я не могу это объяснить, но я имею право играть так, как я играю, потому что я про это все знаю. Вот для меня она так любит, потому что если бы она вела себя правильно, Маша, то, наверное, все было бы хорошо у нее с трепливым, наверное. Она бы как-то была, если бы она была такая тонкая, умная и как-то себя так вела, что, может быть, там бы и роман какой-то случился. Но она вела себя совершенно неправильно, она не умела проявлять любовь. Кстати говоря, про эту историю с Глузским. Он подходил так на протяжении многих-многих спектаклей. И в один прекрасный момент у меня было какое-то очень такое настроение тихое. Я подумала, да сижу я там все, смеюсь. На чем я смеюсь? Я тихо просидела весь этот эпизод. Надо было видеть Глузского, он был взбешен. Он вбежал ко мне в гримерную, где она, где? Я слышала еще в коридоре, что он кричит, где она, где? Он вбежал и сказал, ну что? Почему ты не смеешься? Я говорю, да вы же сами. Он говорит, и что, тебе ничего уже сказать нельзя? И тут тоже у меня такой был момент, что я поняла, что он просто тоже натренировывает отношения. Он как бы все время делал мне замечания, видимо, от персонажа. Не как артист там Глузский, а как сорит.